Опа-на. Именно вообще руки не трясутся у чувака. Я его реально боюсь. Ого! Это что, чувак, который передо мной стоял, или что это вообще? Не, ну чуваки, да, жесткие вообще. Жесткий под. Нам попалась стар-серия какая-то. Да как бы сложно задать. О! Там вообще есть набор. Давайте щипка, ребят, просто весь набор. Ты даже ничего не понял. Ух ты, блядь. Хорош, пацаны. Тащим, давайте. Я вон на первом месте, пацаны. Я предлагаю просто выйти, найти новых. Найти новых, найти, предлагаю, реально. Паша, как ты того убил? Это вообще реально. Ну, я просто... Он не успел выстрелить, Паша читер, по-любому. Да. О, нихера там дома. Нифига себе. Там из расстрела держал. О, хорош. У меня идея получше. Ямик, вот видишь, к тебе будет к чему стремиться. Видишь, Ямик? Какой рим. У меня я просто запись включил, она такая тормозит. Про серия. Я понял, ребят, может я предлагаю просто выйти, они качаются на нас, тупо пол качают. Пусть качают. Да. Кстати, 2 в 2. Как клан там называется? Хрен его знает. Ой. Бомба была установлена. Эдмар, давай тащим. Опа, хороший Эдмар. Хорош, последний остался. Я даже не понял, откуда. На! Не, ну чувак реально определенно про. Да он мастер на все руки. Сейчас на всю карту слышит, на всю карту слышит. Начало миссии. У него везде камеры, короче. Так, да. Не аж ты даже так и. Майк! Ой, блядь. Я еще и тушку его забрал, да. Ух ты, блядь. Про пацаны, блин, стар серия их ждет. Начало миссии. Давайте все куда-то в квест прячемся, нет? Может, мы примем одного с первым? Хорош. Ой. Победила красная команда. Зато позитивно, это было быстро.